Шашлыки, приготовленные на электрической шашлычнице фирмы Scarlett, ничем не отличаются от приготовленных на улице на мангале. Нам очень понравились. У нас видеообзор шашлычницы фирмы Scarlett. Мы нанизываем сейчас кусочки мяса промаринованного, уже, как говорится, шашлык, на шампура. В комплект этой шашлычницы входит 6 шампуров, чашечки для стекания жира, зажимы на шашлыке 6 штук. Нанизываем мясо и попробуем пожарить его на шашлычнице электрической, домашней, не выходя из квартиры. Все, мы поставили все шампура, зафиксировали. Теперь одеваем сверху вот такой защиту, включаем розетку и на кнопку. Вот, шашлыки начинают готовиться. Шампура крутятся. Внутри их тена. Так, шашлыки уже прижариваются. Сейчас посмотрим. Сниму защиту. Вот. Хорошо шампура вращаются, и оно равномерно прожаривается, мясо. Жир стекает в чашечки. Вот так, еще немножко и будет готовый. Так, шашлык уже готовый. Выключаем. Вытягиваем с розетки. Снимаю защиту. И достаем по одному шампуру. Вот такой получается шашлык в электрической шашлычнице. Не нужно нам его жарить на улице. Ни дрова, ни угли, ничего не нужно. Прямо дома, на кухне.